Всех приветствую, с вами Эстерн, и это очередное обновление Antiornet 3.23.6.0. Итак, что же у нас было добавлено, изменено, ну и исправлено? Изменения. Переписали парсинг дат и ассет файлов и сделали различия между активами V1 и V2 несущественными. Удалены материалы местности April Fool's Terrain, так как они по многочисленным отзывам вызывали раздражение. Это все было сделано ради первоапрельских шуток. И временный бан игроков, которых кикает Battle Eye на 60 секунд. Исправлено. Потенциальное обходное решение для достижения лимита аудиоканалов при загрузке. Бесконечный цикл, если в анимированном диалоге NPC отсутствовала закрывающая угловая скобка. Неправильный UVS для горелки лот 1. Несинхронизированная метка отключения кнопки Respawn. В описании умения Outdoors отсутствовал увеличенный дроп. Ну и Shared Skin Lookup ID не работал с эффектом Рэгдола или счетчиком убийств. Нахрена трогали парсинг ассетов? Ранее существовали отдельные пути кода и отдельные форматы файлов для старых и новых активов. Это было переписано в единый путь кода и единый формат файла. Это не звучит особенно захватывающе, но в будущем будет множество преимуществ. А пока моддинг стал немного проще, без разделения между активами V1 и V2 и теперь с более понятными сообщениями об ошибках. Парсинг файлов активов стал немного быстрее, вместо того, чтобы копировать весь файл в память несколько раз, он берет и разбирается плюс хешируется по мере чтения. Так что можно сказать, устранен значительный технический долг. Весь новый код проходит модульное тестирование, чтобы избежать случайных ошибок. Но я вангую, что после обновления все как обычно пойдет по давно знакомому месту. Но самое крутое, что было добавлено, это новый сайт документации по моддингу. Молд недавно закончил обновление всей документации для специального сайта Antiornet Docs. Он все еще находится в стадии разработки, но уже имеет гораздо лучшие UX и UI, встроенную функцию поиска, автономные загрузки и возможность переключаться между релизной, то бишь стабильной, хотя при некоторых обновлениях Нельсона стабильной ее назовешь с натяжкой, и предварительной, то бишь последней документации. Помимо этого был еще добавлен небольшой патч, который исправлял лазеры и приборы ночного видения, а именно там была проблема с синим каналом цвета. Ну и думаю, на этом обновление это заканчивается. Также хочу выразить благодарность Гиперболе, который подписался на Boosty, и Челу, не буду называть его никнейм, осуждаю, который задонатил мне скинов. Большое вам спасибо. В будущем, я надеюсь, все-таки выпущу этот видеоролик, потому что материала куча, не знаю, как это все уместить, чтобы это не было душно. Ну ладно, все, наверное, будет на Boosty. Постараюсь все это выложить, потому что он уже давно у меня не обновляется. Ввиду того, что приложения под него нормального нету, и это все делать неудобно, нужно на ком скидывать, с компа на этот. Короче, свои заморочки. Вот. А пока можешь подписаться, оставить свое мнение в комментариях. С вами был Эстерн. Всем пока.